Привет, меня зовут Светлана, и сейчас мы с вами посмотрим финансовая стабильность, когда же она наступит. Прекрасная карта, карта колесницы. Очень скоро в вашу жизнь ворвется финансовая стабильность. Вы закроете все свои долги, которые имеете, конечно, погасите кредиты. И еще эта карта колесницы говорит, если вам предлагается работа, командировки, какие-то поездки, движения, а также это медийность, может быть, в интернете, онлайн, соглашайтесь. Вот именно она и принесет вам деньги. Все с мертвой точки сдвинется. Девятка жезлов. Вам нужно будет, знаете, закрыться от негатива, забыть все свои старые обиды на кого-то, просто закрыть дверь в прошлое и начать жизнь сначала, однозначно, потому что эта карта говорит, что что-то старое тянет вас, тянет и не дает вам развиваться. Прекрасная карта логика. Кстати, если вы будете выбирать работу, все, что с логикой связано, это математика, физика, да, не то, что интуиция, а именно с логикой выбирайте. Это как раз-таки вам большая-большая подсказка. Но еще эта карта говорит о том, что какой-то мужчина войдет в вашу жизнь и поможет решить ваши какие-то материальные вопросы. Может быть, это новое знакомство, может быть, это ваш начальник, да, брат или еще кто-то. Четверка Пентаклей. Прекрасная карта говорит о том, что вы заплатите за свое жилье. Это, знаете, как деньги за жилье. Или купите жилье, продадите жилье и получите деньги. Съем, сдача, может быть, ремонт сделаете в своей квартире. То есть денег хватит на обустройство жилья. Следующая карта. Прекрасная карта, туз кубков, большая любовь ворвется в вашу жизнь. И вместе с ней, смотрите, здесь сыпятся монетки, манна небесная упадет вам на голову. Карта туз – это исполнение желаний, это любовь, это и финансы, которые войдут в вашу жизнь через любовь. И карта отшельника, карта мудрости, мудрого советчика и наставника, который будет вас наставлять и направлять. Шикарный расклад. Не забываем пальчик вверху слово «благодарю». А я вам желаю всем мира, добра и счастья. Всем пока-пока.